Всем привет, всем доброго дня. У меня второй день выходного дня. Я, естественно, что я делаю? Я готовлю. Вот сейчас готовлю на ужин плов. Ну, у меня, естественно, не плов получится, а рисовая каша с мясом. Потому что я уже поняла и смирилась с тем, что настоящий плов у меня не получается. Ну, ничего страшного. У нас, в принципе, в семье такой плов съедается нормально, быстро. Так, что я здесь делаю? Тут лук, морковку обжарила. Сейчас добавила свинину, мясо. И все это сейчас тоже обжариваю. Хочу немножко подзолотить кусочки мяса. И потом добавлю я рис. Рис я уже промыла. Кстати, рис специально для плова. Но, как вы понимаете, плов у меня никогда не получается. Рисовая каша. Так, здесь чесночок. Вот. И еще у меня есть, по-моему, приправка. Где-то вот здесь для плова. Ее тоже добавлю, надо будет найти. А еще что я делать собираюсь? Собираюсь я варить борщ. Вернее, свекольник. То есть вот свекла у меня есть, морковь, картошка, лук и чесночок. Вот это я все собираюсь сварить на прозапас на завтрашний день. Потому что на обед у нас только осталась одна порция щей из квашеной капусты я варила. У меня вот такой сегодня ведон. Надела я свой ободок, который заказывала на Валбрисе. Голова у меня не мыта, так что извините. Вот так у меня глаз себя чувствует. Вроде как бы шишечка спадает. Она даже, знаете, вот я вот сейчас трогаю, она поменьше стала и помягче. Вот я надеюсь, что он у меня совсем уйдет. Ну, совсем, конечно, наверное, не рассосется, это точно. Но, по крайней мере, не так сильно торчать будет. И, возможно, что, может быть, обойдемся и без операции. Сегодня суббота. Саша уехал по делам. Алина, по-моему, на тренировку. Я сейчас лежала, монтировала видео в наушниках, и поэтому даже не слышала, что, куда, кто поехал. Вот так вот у меня бывает иногда, что как бы все мимо меня проходит. Завтра у меня рабочий день. Мне там пришел еще один ободочек. Сейчас у меня оповещение пришло, что заберите свою посылку с пункта выдачи. Завтра я получу ее. Там еще один ободок. Вам покажу потом, как он будет на мне смотреться. Я заказала у другого продавца, так как у этого продавца не было светлых ободков. Заказала у другого. Посмотрим, как будет смотреться на мне. Мне нравится. Мне нравится, честно говоря, вот как-то даже, вот смотрите, вот без ободка, да, и с ободком. С ободком. О, так получше выглядит. У кого, кстати, круглое лицо или такой, знаете, более квадратной формы, вам рекомендую. Оно как бы, знаете, вытягивает. И вообще так, такого плана ободки я у Юли Мили Ванили во влоге увидела и решила себе тоже заказать. Ладно, у меня Алина звонит, надо будет ей ответить. Сегодня у нас вот такой денечек солнечный, хочу вам сказать. Немножко, видимо, мороз. Ну, градусов 10-15. Снежно очень в этом году. Если будет такая, знаете, бывает прям теплая весна, даже жаркая, очень много будет воды. Таяние будет такое, знаете, прям. Будем плавать, наверное, если будет такая прям теплая весна. Так, ну вот мой плов, а-ля плов практически готов. Сейчас еще минут 5-7. Так, это поставила я борщ. Борщ варится, да. Все туда закидала. И на полчаса. Ну, вместе с набором давления, вместе со сбросом давления у меня получится где-то, ну, полтора часа. Вот, я отдельно не варю. Бульоны я все закидываю в одно. Это быстро, не муторно,
Да и вкусно получается, в принципе. Жарю сырники на завтра, на утро. Саша мне тут заказал, говорит, пожарь. Ну вот у меня, кстати, сырники почему-то никогда не получаются, ну, знаете, такой вот твердой формы. Я не знаю, может быть, у меня пропорции, вот, ну, как бы ингредиенты неверные, но они у меня почему-то всегда вот так вот растекаются. Вот сейчас вот в данном случае у меня 500 грамм творога было, на 500 грамм творога 2 яйца, ну, где-то 5 столовых ложек с горкой муки. Что еще? Соль, сахар, 4 столовые ложки, да, немножко ванилина, соль. И вот видите, какая-то вот все равно развалюшка. Хотя творог был, знаете, такой он, я бы не сказала, что он такой прям мягкий. Он такой больше, наверное, зерненому. Но вот почему-то вот, вот такая консистенция получается. Не знаю, может быть, муки, конечно, маловато. Но каждый раз у меня такая вот, тут даже не сырники, а какие-то оладьи получаются больше. Там переворачивается, но растекаются. Ну, красивенькие. Красивенькие. Стирала Наполеону скулежанку. Ну, вообще, я как бы часто ее стираю, но в этот раз она у меня неделю, наверное, не пролежала. Что-то сегодня ночью плохо было Наполеону. Стошнило его. И он прям на лежанку его стошнил. Вот, пришлось все это дело постирать. Вот такая у него лежаночка. Тут она, видите, с этим съемная у него подушка. Любит он ее. И игрушки его. Так. И пришлось еще искупать его до кучи. Внепланово. Всем привет. Всем доброго воскресного утра. Смотрите, вот я иду по тротуару, который раньше у нас вот здесь вот был как бы типа проход. И вот так вот мы по диагонали выходили к светофору. Сейчас все это у нас перекрыли. И нам приходится вот так вот по проезжей части вот так идти. Вот здесь вот сворачивать. И идти к светофору. Вот. Вот этот вот забор у нас поставили, по-моему, осенью, если не ошибаюсь. Так как, оказывается, чуть-чуть, по-моему, чуть не сбили, вернее, кого-то. И, соответственно, теперь у нас вот этот вот проход у нас закрыт. Вот такие дела. Очень, кстати, сейчас неудобно. Приходится все это обходить. И все равно, в любом случае, приходится идти по проезжей части. В частности, идут родители с детьми, бабушки, дедушки и так далее. Сегодня у меня должен прийти стажер в новый пункт. Будет стажироваться у меня. У нас открывается новый пункт. И, ну, естественно, набирают людей. И вот как раз-таки ко мне сегодня придет стажироваться человек. Я так думаю, что это парень. Потому что, ну, у нас разговор был в чате, в общем, что там, у моего напарника есть знакомый, который, как, ну, хотел поработать. Вот. Буду его стажировать сегодня. Сейчас как раз у нас там пришел товар. Я немножко задерживаюсь, бегу прям. Так-то 10 часов нужно было, но время уже без 15:09, я так думаю, в 10 часу приду. Ну, ничего страшного, успеем. Вот я ему покажу, как принимать, как раскладывать. Нюансы расскажу. Вот. На улице, кстати, идет снежок. Такой, знаете, ну, небольшой. Вот я так думаю, что немножко нападало на крыльцо. Придется его почистить. Что хочу сказать еще про свое, ну, как бы самочувствие. Мне стало полегче. Кстати говоря, вот лекарства
который против аллергии, что ли, вот такой. Нужно пить. Реально, действительно, помогает. Снимает отечность, она не такая. Утром вот сегодня проснулась, у меня нос не так сильно был заложен, как было это в предыдущие дни. Вот. Потом что еще? Глаз у меня более-менее стал. Конечно, шишка это еще не рассосалась, но я надеюсь, что рассосется, потому что мне в комментариях уже девочки пишут, что он может пройти. Вот. Ну, я надеюсь, что он пройдет. Вот сегодня даже немножко накрасилась, но не стала ресницы красить, так только это, тени. Вот. В принципе, вот так. Все, ладно, у меня рука тут замерзла. Я без перчаток камеру держу в руках. Все, ладно. Всем хорошего дня. Не знаю, в течение дня, наверное, вряд ли буду снимать, потому что, ну, неинтересно вам. Что там снимать-то, господи? Что я ем из контейнера? Все, ладно, всем пока. Слышите, как под ногами хрустит снег? Вот такой снег-снежок. Да, в этом году, конечно, снега у нас очень много. Сейчас весна как начнет таять, как мы поплывем. Вот здесь вот, кстати, у нас такой участок, всегда очень много воды. Я так думаю, что мне понадобятся, наверное, резиновые сапоги. Надо будет посмотреть на сайте. По-моему, в Заре были такие резиновые сапоги. Или в Бершке. Сейчас точно не помню. В Бершке, по-моему. Они были с хорошей скидкой. Вот надо будет сейчас их, пока не сезон, урвать. Вот. Потому что вот именно вот этот участок у нас всегда, всегда сырой, всегда лужи, всегда слякоть. А знаете, что я заметила? Я заметила, что я маленько похудела. И чисто даже по своим этим новым джинсам. Я когда их покупала и надела, у меня, знаете, мне очень туго было в талии. В талии, в бедрах. Ну, так, знаете, прям туго застегивались. А сейчас я их одеваю, и у меня прям прекрасно, прям по мне. Не знаю, может быть, конечно, я их разносила. Как бы это тоже имеет место быть. Но все же, мне кажется, все-таки я и похудела. Потому что я чувствую, мне, знаете, мне как-то даже легко самой стало. Вот у нас весы сейчас не работают. Батарейка села. Саша сегодня как не может новую купить, поставить. Мне все хочется взвесить, посмотреть. Но чисто вот по одежде я замечаю, что я схуднула. Ну, немного, килограмм на два, наверное. Вот, и это очень радует. Так, забрала очередной заказ на Валбрисе. Вот, как я говорила, вам заказывала светлый ободок. Кстати, очень такой красивый цвет. Под мою рубашку очень хорошо подходит. И к этому ободку в подарок шли вот такие резиночки. Продавец положил. Кстати, очень приятно. Неожиданно. Я отзывы не читала. Вот. Хотя, может быть, в отзывах описано, что есть резинки в подарок. Но когда неожиданно что-то кладут в подарок, очень приятно. Этот ободок стоил дороже, чем черный. Сейчас я вам скажу, сколько он стоил. Он стоил 180 рублей, а черный, по-моему, что-то в районе 110 или 120. Так, ну, здесь качество, мне кажется, вот кожзама как-то более поприятнее, что ли, немножко вот такой глянцевый, а тот матовый. Тот больше похож на атлас, ткань такая как бы матовая, вернее, даже не на атлас, на сатин. Атлас он блестит, переливается, а сатин он более такой матовый. Кто это? Это кто у меня тут прибежал? Снежный мальчик прибежал. Привет! Привет, мой любимый! Приветик! Эй, Саша! Привет! А что за такое хулиганье тут? Целуй, целуй маму, целуй.
Привет, привет. Хвостик, ты так и ходишь хвостиком, да? Что это опять тут? Да что это такое? Ты что ругаешься? Ты что на маму ругаешься, а? Что такое? Что случилось? Что нужно? Тихо. Пятерку дай. Дай пятерку. Нет, нет, пятерка. Пятерка. Сидеть. Сидеть. Пятерка. Лапу. Молодец. Все понятно, что мы хотим. Специально для Наполеона. О, на, держи. Быстро ешь, это заберу. Быстро ешь. Ой, вкусно. Ой, вкусно, бублик, да? Сушка. Сушка вкусная. Ой, кузнятина. Как там на улице? Ты не замерз? Не замерз? Что, Саш, как дела? Пока не знаю. О! Что-то у тебя ноги вообще прям... Че? Ну, голые. Нормально все. Давай. Сейчас пойдем домой. Пойдем домой. А? Хулиганье. Тявкает мне тут. Иди ко мне. Всем привет скажи. Давно тебя не видели. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо так. Не надо так кричать громко. Передаю. А, привет передаешь, все понятно. Ой-ой-ой. Все, тихо. Все, сейчас будем собираться.